перед вакцинацией руководитель оперштаба заполнил анкету пациента и бланк добровольного согласия на проведение вакцинации. Далее врач провел обязательный осмотр, измерил давление, температуру тела и сатурацию. На основании полученных данных специалист определил отсутствие каких-либо противопоказаний к иммунизации. Вовсе и не больно, да? После вакцинации врачи рекомендуют в течение получаса оставаться в стенах медучреждений. Если не возникло никаких побочных явлений, то направляться уже по своим делам. Сергей Полузин процедуру перенес хорошо. Строжайшее соблюдение ограничительных мер в сочетании с вакцинацией. Только так можно победить опасное заболевание новой коронавирусной инфекции. Я сделал сегодня прививку. Я вакцинировался. Естественно, это мое убеждение. Вакцинировался на базе 5-й городской клинической больницы. В области, считаю, процесс организован, и пункты вакцинирования реально работают. Я вакцинировался в общей очереди, предварительно записавшись по номеру 122. Отмечу, что на сегодняшний день во Владимирской области развернуто 44 прививочных пункта, 7 из них находятся в областном центре. Для удобства жителей региона запись на вакцинацию открыта на портале электронной регистратуры Владимирской области и через личный кабинет единого портала госуслуг. Кроме того, записаться на прививку можно по единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.